Надеюсь, что на этот раз ругаться не будем. Я уже 2 раза выходила в эфире, 2 раза меня почему-то отключается телефон, не знаю почему. Перегревается. Видимо, напряженность высокая между нами. Между мной и моими... подписчиками. Может, кому-то не понравилось о том, что я говорила про каббализм, вообще про масонство и про все прочее. Поэтому who knows, что случилось. Такая была напряженность высокая, что аж телефон перегрелся и выключился. И не один раз, а 2 раза. Лучше пообщаемся по-хорошему, по-человечески, с любовью, дорогие. Я вас очень люблю. Обязываются. Вот лишь бы, если кто-то кого-то обсирает, если они кто-то вместе кого-то обсирают, то они лучшие друзья становятся. Это же ж просто какой-то, я не знаю, ну прям, скажем так, не очень и не очень хорошо. Я буду шить, болтать с вами, буду коротать так время. Я быстрее сделаю так. Давали эти брюки. Находим, знаете, всегда находим выход из положения. Так что буду заниматься своим шитьем. Такие серьезные вещи, конечно, отдаю швее. Вот такие вот простые вещи я сама делаю иногда. Потому что она тоже не успевает, и когда много надо шить, то какие-то моменты я делаю, в общем. Смотрите, как я делаю. Вот смотрите, шапочку сделала. Одену сейчас на эту пуговичку, смотрите. Эту шапочку. И затяну его. И все. Смотрите. Так. Придумываем, чтобы людей не подставить, не дай бог, которые платят деньги. Я не хочу, чтобы они на меня криво-косо смотрели и жаловались. Для меня это прям очень важно. О, май гад. Вы такая молодец. Я вас уважаю. У вас столько
терпимости к жизни. Ну что делать? Приходится. Приходится, привыкла уже к этому. Да, очень, ну, конечно. Расслабиться мне жизнь не дает. То есть я не помню в моей жизни расслабленного дня. То есть я всегда в каком-то реальном напряжении. Очень. Это просто непросто. Ну, не знаю, правильно я живу или нет. Уж как. Понимаю, как могу. Может, излишне амбициозно. Может, не хочу жить так, как все. Может, я не знаю, в чем причина, но я всегда борюсь. И борюсь. Как часто? Каждый день. Господи, каждый божий день по WhatsApp общаемся. Вчера с Бетусиком общалась. Бетусенькая, она у меня на сноуборд встала. Бабуля, я умею на сноуборде кататься, говорит. Но она правда очень большая, молодец. У нее, видимо, очень хороший вестибулярный аппарат. Прямо она... Так, заодно шью, заодно с вами болтаю. Ну вот, одну уже сделала. С вашей помощью. А, нет, еще не закончила, еще надо доканчивать. Еще надо две пуговицы. Еще две пуговицы остались. Обмотать. Вот, уже ничего не видно. Здесь вот написано. И все норовно. А здесь вот, видите, закрыто. А потом они это уже снимут дома. Тогда уже не получат товар. Но. Все вышли. Ну, давайте поболтаем. Позвоните кто-нибудь мне. Или нет? Видно. Видно и слышно. И видно, и слышно. Жду ваших вопросов.
Или просто плохая связь может быть. Такое бывает, что застревает у меня все. Зиммерман. Так, Мариночка, вы еще занимаетесь бизнесом? Конечно, занимаюсь, естественно. Вон сейчас делаю, видите, брючки. Закрываю. Ив Сен Лоран нельзя послать в Европу. И смотрите, я на них одеваю вот такие шапочки, чтобы не было видно вот этого Ив Сен Лоран. И здесь тоже вот закрою. Видите, здесь тоже написано на кнопках Ив Сен Лоран. Я их тоже закрою. И отправлю. Мариночка, вы ходите к косметологу? Нет, но я очень дорогой косметикой пользуюсь. Прям очень хорошей дорогой косметикой. Всегда пользуюсь хорошей косметикой. Редко к косметологу хожу, прям редко. В России часто ходила, здесь не очень. Видите, шапочку сделала. Теперь одену его на пуговичку. Видите? И все. И никто его не арестует. Никто не поймет. Знаете, был такой ролик очень смешной. Папа Бобер. Мама Норка, папа Бобер. Потом он перепутал. Папа Бобер. Папа Норка, мама Бобер. Также никто не поймет, кто папа, кто мама. Помните? Был такой смешной. Китайцу приходят русские. И вот он объясняет им про шубу. Это, говорит, шуба, это папа Бобер, а мама Норка, папа Бобер. Мама Норка, папа Бобер, потом папа Норка, мама Бобер. Все перепутал. Так и у меня тут. Все, видите, еще одна осталась, его тоже закрою. И отправлю, и никто, ну, мне еще... Господи, не знаю, как сделать. Какие крема рекомендуете? Ой, вы знаете, я сейчас вам покажу. Я сейчас вам покажу. Прям покажу. Это просто... Это... Одними кремами, которые одними я пользуюсь, я их обязательно... Во-первых, вот тоналки. Вот, это тоже очень важно. Тоже очень важно, какую косметику вы используете. Вот. Тоналки я беру. Очень крутая косметика, прям, ну очень. Замечательная косметика, прям, очень. Мне очень нравится. Вот. Вот это. Вот
вот этот крем, вот эта умывалка, их же умывалка. Этим я хочу заниматься, вот это хочу продавать в России. Это вот после крема наносишь вот это вот. Она как бы делает лицо упругой, но барабанная дробь. Это, по-моему, американская марка. Я его купила в торговом центре в одном. Вот, посмотри, как написано. Это крем для глаз. Это, ребята, это нечто. Это правда нечто. Это просто нечто. Вот это просто must have. Вот это. А вот этой же фирмы вот такая, она как бы идет. Water cream называется. Это почти как сыворотка, но ну, почти как сыворотка и даже лучше. Вот просто даже лучше. Вот. И вот эта ночной крем, она тоже очень крутая, тоже той же, вот этой же марки. Марка тоже то же самое. Вот это вот три крема я там купила. Но они обалденные просто. Ну и вот этим пользуюсь. Очень нравится мне эти крема. Вот. Регина. Сейчас подождите. Мне надо будет поставить обратно телефон. Все, поставила. Девочки, не будем отвлекаться. Будем работать. Мне надо сегодня доделать эти 9 брюк. Хотя бы 9 брюк. Но я 5, 6 уже, 6 уже делаю. Вот сегодня на перерыв прибежала, еще 3 сделала, вчера сделала. Сейчас вот осталось, вот это доделаю и останется 3. А то в Европу посылать бренды никак нельзя. Сразу арестовывают. Только вот так вот, вот так мучаемся. Очень хорошо получилось сейчас у меня тут чего-то не очень хорошо. Так, задавайте вопросики, давайте пообщаемся. Или позвоните кто-нибудь, позвоните мне. Опять что ли у меня все застряло? Блин. Видите, вот так бывает, потом делается какой-нибудь узелочек, и потом плохо шевелится.
Кто не двигается?